Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться со мной на велосипеде по улицам города Саратова 7 апреля 2024 года. Посмотрите, как это было. Продолжение предыдущих сюжетов трех по Кировскому району, Продсимхоз, далее Ленинский район, Антонова. Вот на чем закончил. Продолжает четвертая часть. Проедем вот небольшой участок Антонова до проспекта Строителей. Проспект Строителей Чемодурова, Лебеди Кумача, Тархова. От Тархова до поселка Солнечного и улица Тархова доедем до рынка Солнечного. Это вот четвертая часть. И сразу же про пятую часть этого же дня проедем по парку поселка Солнечного. То есть заключительная часть там проедем. Этот день обмену возврату не подлежит, как сами понимаете, исторические кадры. Это все меняется, листочки распускаются, травка у нас зеленеет. Когда вы будете смотреть, погода другая, жара наступает. Ну, я не знаю, наступает, но тепло становится. 21-22, уже курточки уже снимают люди. И вот катаюсь. И, как всегда говорю, в Ютубе, Рутюбе, в Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, где кому как удобно, все как обычно. Ну и ссылочки делаю я с Рутюба на телеграм-канал свой такой же. И Яндекс, Дзен, ссылки ВКонтакте, в Одноклассниках, кто смотрит там. Также не забывайте про донаты для поддержки каналов, перечисляют. Спасибо, первый был донат, я так понимаю, так и не понял, конечно, сам догадался. Вы хоть пишите, что это донаты, потому что перечисляете, и от кого это, что это, может кто-то ошибся. Так что благодарю, буду собирать небольшие, но первые взносы есть. И далее, конечно же, поеду подальше уже из Саратова, по Саратовской области вам больше показать хочу, да и сам хочу посмотреть. На майские собираемся, не знаю как с погодой, главное, чтобы погода теперь не подводила. А так буду вот более кататься на велосипеде вам показывать город, как он теперь в этом году, потому что в прошлом году показывал, смотрите, да, был асфальт. Как обычно, у нас где новый асфальт, там надо всегда что-то раскопать. Это такая традиция саратовская, не знаю, как в других городах, у нас вот такая она. И я к тому, что показываю вам практически одни и те же улицы, но все-таки видно, что меняется, что не меняется. Спрашивали про какие тротуары. Вот, пожалуйста, они разные у нас. Где узкие, где широкие, где надо ремонтировать, где уже ремонтирует. Да, это после дождя было, 6 апреля. Дождик был сильный, день и ночь шел. И вот чуть-чуть влажновато было. Ну, давайте не буду вас отвлекать. Смотрите. Поехали. Thank you.
Thank you.
Оказывается, Сбербанк на ремонте был, даже и не знал, как ты их ремонтируют так часто. Смотришь, вроде там ничего такого, чтобы так ремонтировать. Ну, понятно, осваивай деньги. Но я о том, что вот сейчас проезжаем Тархова 29, и кто начинал смотреть мой первый сюжет, видел народу на улице, никого не было. И вот здесь вот, как обычно, импровизированный рынок, такой несанкционированный, кто чего продает вдоль этого дома. И вот так вот народ вышел погулять. Тепло, потеплело вернее, и народ действительно хочет на солнышко. Давно солнышка не было, а потом летом начинает от него изнывать, не знает куда спрятаться. Ну вот такой мы народ, нам то жарко, то холодно. Пока листовой нету, можете разглядывать фасады домов. Потихонечку прибираются, листву прошлогоднюю убирают. Ну вот как-то так. Потом летом прокачусь, сравните. Подъезжаем вот впереди рынок.
поселка Солнечного. Когда-то раньше также начинали на ящиках там торговать. Когда-то было, теперь вот торговый комплекс. Ну, на этом заканчиваю. Благодарю за просмотр. Берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока. Тянут ко дну.